Отыщите этих отвратительных змей! Вырвите их богохульные черные сердца! О боже, надо... Сиятельный Байзит и мудрый принц Ахмед объявляют о конкурсе среди городских литей. Отлейте самую большую пушку. Победитель состязания получит заказ на изготовление новых орудий для армии султана. Сообщают нам, что в городе недавно объявился принц Мой кузен с семьей недавно приехал, чтобы работать. Привиделась, наверное. Пожалуйста, не трогайте меня! В языке нет слов, чтобы это описать. Слезай вниз! Nereden buldun bu?
Бонжорно, мераба. Заходите. Ой, простите за беспорядок. Я так и не успела прибраться. Вы прибыли из Родоса, да? Си. Откуда вы знаете? Мы были на одном корабле. Эцу Аудиторе. София Сартор. Мы знакомы? Теперь да. Можно осмотреться? Прего. Мои лучшие книги там. Дальше. В этом районе редко встретишь итальянца. Почти все в венецианском квартале, да в Галате. Олтретанто. Из-за войны атаманов с Венецией многие верно уехали отсюда. Я жила здесь с родителями в детстве. В войну мы переехали, но я всегда знала, что вернусь. Нашли что-нибудь интересное? Мио Дио! Что это такое? Инкредибеле. И куда он ведет? Может, посмотрим? Кто вы, мессер? Самый интересный мужчина в вашей жизни. О, ки презентозо. А престо, София. Я скоро вернусь. Вот дерьмо! Знаешь, сколько мы уже торчим в этой поганой цистерне? Лично я пару недель. Больше года. С того дня, как гроссмейстер нашел чертов ключ. Но он вообще понятия не имеет, что и как. Знает только, что это где-то в городе. Город-то большой? Ну да. Вот и я про то. А ну по местам, лентяи!